Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру. В предыдущей части мы нашли своего папашку. Он, к сожалению, был мертв, а в результате мы вышли в эти пещеры. Тут я слышу червя, его характерное такое завывание. Это меня, честно говоря, совсем не радует. Но давайте двигаться вперед, выбора у нас все равно нет. Какое-то большое открытое пространство. Как раз для паучка. Ой, паучка, говорю. Но паучков тоже не хотелось бы. Как и червей. Блин, да хватит стонать тут. Старая бетонная труба. Из канализации, наверное. Спасибо, Кэп. Ни в жизнь бы не додумался. Что это такое? Зачем я это делаю? Мне, видимо, туда наверх. Ну, давайте пробовать. Как мне это сделать? Вот так, maybe. А, нет. Так, блин, давайте будем последовательны. А, тут у нас что? Тут у нас какое-то полотнище, что ли, я не пойму. Тут у нас лестница, но ее надо как-то опустить, возможно, чем-то в нее надо кинуться, но наверняка не этим. Тут у нас есть небольшой постамент, и в принципе все. Там у нас нет ничего. Возможно, эти листы металла. А вот! Понятно. Эврика, как говорится. Так, что дальше? Что у нас дальше? Полезли наверх. Честно говоря, я бы с большим удовольствием и дальше бродил по лаборатории, потому что ненавижу пещеры. Еще за Ктулху это пошло. Так, ну это было элементарно. Господи, ну, подумаешь, еще одна мартышка в топку. Заткнись. Я не пойму. Не пойму, что только что имел в виду наш внутренний голос, но тем не менее. Он какой-то странноватый. Ой, как неохота с червем встречаться. Сюда, что ли? Еще одна статуэтка. Круто. Не знаю, зачем она, конечно, но все же возьмем. Хорошо, что этот камень упал не на меня. Это не камень, это сталактит или сталагмит. Честно говоря, их путаю. Странные вы, мартышки. И вы так странно решаете ваши проблемы. Как у вас это получается с вашими неразвитыми изолированными мозгами? Наверное, если не слышать голосов братьев, становится ужасно тихо. Как-то этот все так на автопилоте легко получается. В принципе, задачи-то не самые простые были, но как-то прям вот сами решения пришли, мне сегодня прет. Так, тут у нас компьютер, там опять кто-то нас вызывает, похоже, судя по звукам. Аннабель! Аннабель! Ты пришел! Я и не думала, что ты кинешься меня спасать! Мой коллега по лаборатории, он такой ужасный пессимист, был. Наверное, мне это от него передалось. Он тоже недавно попытался ко мне прорваться, но, похоже, попытка оказалась не вполне удачной. Тебе придется пробежаться по улице, но это не самое страшное. Если ты не умрешь от холода, то... Короче, я сижу не в самом безопасном месте. Отлично. У меня хорошие новости. Кажется, я нашла вакцину. То есть, это не самая настоящая вакцина, но она наверняка тебе пригодится. Надеюсь, я не заражена. Я вроде была осторожна, но
Если придешь меня спасать, а я проломлю тебе голову табуреткой, значит, я ошиблась. Ладно, прости, дурацкая шутка. Проехали. Что ж, надеюсь, мы скоро увидимся. Ну да, конечно. Вакцины, спасение. Нанесем добро, причиним благо. А с чего вы взяли, что вы правы? Ваша мораль досталась вам в наследство от вашей религии. Ой, да заткнись, а. Ну что ты брюзжишь? Поврежден не может быть открыть. У Амабель, похоже, какая-то вакцина. Ну, то есть не самая настоящая вакцина, как она говорит. Но, тем не менее, нам бы это пригодилось, по ее словам. Ну, что-то, по-моему, это как-то глупо звучит. Но, тем не менее, просто девушка в беде. Я хочу ей помочь. Как бы... Почему бы и нет? Лекарства. К тому времени я уже начал сомневаться, но выбора особого не было. А я решил найти Амабель и все исправить. Ой. Ты, конечно, понимаешь, что мне не может быть холодно. Я просто пытаюсь тебя поддержать. Твои мозги ужасно неэффективная штука. На них уходит столько тепла. У нас что, баллончик? Огнеопасный аэрозоль. Бочка какое-то липкое, темное вещество. Блин, а я замерзаю, мне надо поторапливаться. Куда идти? Рычаг заледенел, понятно, его надо разморозить, похоже. Твою мать, ну а что все не слава богу, а? На твоем месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросил таким придурочным голоском. А мост и правда взорвался? Или это очередная шутка моего дорогого друга Кевина? А я бы тебе ответил, что и сам хотел бы это знать. Проверить можно только одним способом. Только, пожалуйста, не убей наше замечательное тело. Да, он прикольный, Кевин. Понятно, мы взяли зажигалку и, похоже, таким вот образом можем подогревать себя. Ну и что, нам надо возвращаться, похоже? Только как? А, нет, я не перепрыгну. Может мне составить... А что не со здоровьем? Ой, блин. Ага, понятно. Оно восполняется со временем. Так, погоди, а... Понятно? Ну, это элементарно, в принципе. Как я сразу этого не заметил. Простите меня за мою невнимательность. Так, бежим. Бежим ко второму домику. Тоже надо поджечь там бочку. Тебя двигать-то можно, нет? Так, со здоровьем полный порядок. Давайте разморозим этот рычажок и пойдем дальше. Слишком слабое, надо найти что-то погорячее. Спиртяга на тебя может вылить. А, во! Во! Маленький огнемет. Так, секундочку. Я сейчас задубею. У меня идет кровь, но ничего, переживу. Так, там, похоже, все правильно произошло. Так, все со здоровьем полный порядок. Да, теперь у нас есть мост. Стенки твоего подсознания. Он хотел умереть, а мы ему не давали. Я бы сказал, от него дурно пахнет, если ты понимаешь, о чем я. Погоди-ка, надо перетряхнуть твои воспоминания о нем. Так, интересно, а для чего мне эта тряпка? Вдруг пригодится? Вечно всякую гадость берет, и что характерно, она ему пригождается.
Да, но физика, конечно, хороша, но не настолько. Так, ну и чё? Самое не сдвину. Бочки полные бензина. Но это элементарно, понятно. Да, другого выбора-то у нас и нет. Это что? Блин, давайте погреемся и будем разбираться с этими бочками. Фу, прохладно. Прямо на биос какой-то. Сон разума. Блин, я дубею. Так. Взрыв меня убьет. Нет. А, тряпка же. Все понятно, короче. Ну, довольно-таки просто все. Так. Блин, подожди, надо поджечь. Все, валим, 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 валим. Не особо зрелищно было, а нам тем временем надо погреться около костра. Пока самочувствие не станет хорошим. Ну, блин, неплохо раскосил у меня, оказывается, так долго лечился. Так, а что это? Где это я? Куда это я попал? Какое-то жутковатое, судя по всему, помещение. Судя по этой картинке, если вам ее видно, конечно, Итак, потому что... Тихо. Что нам предстоит сделать? Разыскать девицу, защитить ее от плохих парней, уничтожить вирус, ну и спасти мир, разумеется. Шансы на успех равны нулю. Шансы на выживание? Ну, у тебя на борту поселился добряк Кевин. Что бы это могло означать? Вероятность, что ты перевернешь тут все с ног на голову, 100%. Короче, мы где-то оказались. Какой-то непонятный спуск вниз. Не знаю, зачем я толкаю эту урну, но мне нравится. Мало ли чё. Так, что это, где это мы? Блин, какое жуткое место. Мануик, научное крыло А, научно-исследовательская станция, класс А-307. Очередное помещение, запутанное какое-то. Пока что единственный недостаток этой игры именно в том, что здесь все помещения вот такие вот туповато в плане планировки довольно-таки тупо сделаны. Так, ну где я нахожусь-то? Похоже, вот здесь, в фойе. Два у нас исследовательский центр, то есть если мы прям пойдем, то пойдем к нему. Столовая, собачий питомник, от меня не радует, химлаборатория в самой, извиняюсь, дали. Сказал и даже извиняться не пришлось. Определенно тупик. Спасибо, Кэп. Разломать мне его, судя по всему, нечем. Исследовательский центр. Это пулевые отверстия или что? Что это такое? Похоже, просто кто-то бился. Блин, эти странные звуки. Твою мать, это что за пролом там? Знаешь, то, что ты здесь, это вторая лучшая вещь, которая произошла Подожди. Со мной на станции. А первая будет... если мы отсюда выберемся. Нет, я не такая наивная, и я не думала, что ты тащился сюда только ради меня. Я сказала правду. Мне кажется, я действительно поняла, как тебя дезинфицировать.
Только, как ты сам понимаешь, все не так просто. Чтобы войти в систему здесь, мне нужно получить доступ к предохранителям в исследовательском блоке. А это значит, нужен электронный ключ-карточка. Иначе мне не выйти. Кто-то из сотрудников, а он уже был инфицирован, попытался войти сюда с помощью карты. Но я не знаю, куда он... оно потом пошло. Слушай, мне без тебя не выбраться. И если ты мне поможешь, я не знаю, что я для тебя сделаю. Я знаю, что ты для меня сделаешь. Мальчики, пойди сюда, пойди туда. Принеси то, принеси сё. Типичная девица в нетипичных обстоятельствах. Ну и при чем тут судьба? На судьбу жалуются трусы, которые не желают ничего брать на себя. Ну что ж, мы нашли Амабель. Красивое имя, кстати. И кругом довольно-таки... Меня, кстати, всегда вымораживало вот такое вот освещение мигающее. Мне всегда тут было не по себе. Так, что у нас по заданиям? Найти ключ-карту, чтобы... Короче, иди туда, не знаю куда. Точно. Угу. Тихо. Не открывается. Не поддается. Ой, блин, а. Ладно, хоть я тут в темноте с ума не схожу. Ой, нет, не надо. Вы видели фонарик, да? Луч фонарика. Тут эти твари ходят. Так. Блин, надо в другую сторону пока сходить, что ли, я не знаю. Это все очень херово. Куда идти непонятно. Столько развилок. Это просто какая-то жопа. Ой-ой-ой-ой. Так. Блин, карты есть поблизости где-нибудь? Нет. Не понимаю, куда идти. Честное слово. Там кто-то ходил, по-моему, что ли? Вроде нет. Древняя каста никогда не попросила бы служащих работать более рекомендованных 8 часов в смену. Тем не менее, настоятельно приветствуется личная инициатива, которая нередко определяет командную мотивацию. Заранее благодарим за понимание. Ой, тихо. Тихо. О, блин, кто-то прямо за дверью. Так, вроде ушел. На кой хер я вообще сюда зашел? Там что-то есть, что ли, я не пойму. Опять эта херь. Зачем она мне? Блин, он опять... Он где-то тут. Тут значит он ходит, курсирует временами, да? Интересно, в какую сторону он ушел? Твою дивизию. Мне уже это помещение не нравится. Так, давайте, знаете что? В дупло их всех. Выйдем на максимально безопасное место. Вот скажем, вот здесь. Отсюда вроде. Только он оттуда мог прийти.
В принципе, я думаю, на этом все. Продолжать исследовать эту станцию мы будем в следующей части. Надеюсь, вам все нравится, потому что это, по-моему, очень круто. И вот на этой, в этой лаборатории все совсем хорошо стало. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.